Ребят, всем здравствуйте, с вами Ахмед Медок. Мы сейчас будем искать горы Синай, где красота, и вот моя группа, тоже группа называется группа. Ищем золото! Вам покажем горы Синай, вам покажем тоже панорама, вообще классная. Дорогие друзья, не забудьте, пожалуйста, подписаться на мой канал. И поставить лайк! И комментарий. Давайте посмотрим! Пойдемте! Первое, смотрите, здесь это самое популярное дерево, которое растет здесь, в пустыне, где горы Синай. Это что за дерево? Говорите! Дерево! Он так показывает! Ну это точно, да, это самое известное дерево. Вы что показываете? Это, короче, для мужчин. Есть такие ягоды зеленые, когда меняется на красном, мужчины кушают, и что внутри. Это даст мужчинам очень большая сила, когда они на кровати. Там большой секрет, но это не сезонно. Сезонно прилетает летом. Дорогие друзья, мы уже здесь, между горами, такой огромный разлом, называется каньон. Надеемся, что мы здесь не заблудились. Куда нам? Как можно идти? Посмотрим сейчас, как можно уйти. Но вообще здесь красота, очень красиво. Такой гранит, красивый гранит, чистый гранит. И будем смотреть базар. Вообще классная. Мы все вам покажем с Медоком. Смотрите перед вами, как вообще красота. Красивая очень. Смотрите горы. Красивые вообще горы, высокие. Небо. Смотрите отсюда. Вообще там красота. Очень красивая. Черный базар перед вами. Это
скажем... Горько! 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 Это уже любовь. Здесь у нас и на сынах. И вам покажем... Что еще покажем? Мы больше ничего не покажем. Все остальное я покажу. Ладно. Еще осталось найти вторую жену. Это все больше не покажем. И спасибо. Медок, мы чуть-чуть спустились, но мы когда-то спустились. Я думаю, что мы заблудились. А где, куда нам? Куда нам? У нас здесь получается два пути. Отсюда и или отсюда. 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 Посмотрим, кажется, как они выбирают. И посмотрим, они правильно или нет. Я думаю, что так. Выбрать, пожалуйста. Я думаю, что так. Я думаю, туда. Это выбрать куда? Отсюда? Да. А вы? Отсюда. А вы? Туда. Туда. А. Туда. Туда. Он выбрал вообще туда. Он туда вообще в горы хочет уйти. Ладно, они выбрали эту дорогу. Вот. Это будет те. Посмотрим, это будет правильно или заблудимся в конце. Давайте посмотрим сейчас, как будет. Давайте, давайте. Пойдемте. Давай. Мы сейчас спускаемся до конца. Но, наверное, что это правильно выбрал пути. Потому что видно, где люди. Видно, где... Бедуин, видно, где будет угостить нас на чай. О, как вообще молодцы. И которые выбрали эту дорогу, вот это Суфия. Она вообще молодец, аккуратно, Суфия. Она молодец. И вот, смотрите, это наши результаты в конце. Мы пришли, Суфия, ты молодец, Суфия. Она, которая нам показала дорогу, показала пути. Мы сейчас будет, нам будет вообще чай бедуинов. Такой вообще очень вкусный. Благодарим, София, что она нам показала дорогу. Спасибо, спасибо, спасибо. Ахмед. И дальше. Здесь сейчас спустились, все собрались, как вам видно, уже находимся в гостях у бедуинов и угостили нас на чай, такой классный чай. После... это вам будет очень смешно после этого чая. И смешно. И сейчас послушаем живую музыку, и барин зовут Рами. Мы у него в гостях. Давайте, Рами. Thank you.
пошли в горах, искали горы Синай, и это уже все заканчивается. Надеюсь, что наше видео вам понравилось, и мы еще вам много покажем. Но не забудьте, пожалуйста, как вам сказал, подписаться на мой канал и... Поставить лайк! Поставить лайк, хороший комментарий! Олеся фотолайф. До следующего видео.